Сергей на моем. Нет! Туда попробуй. Да. Не держится, да? Да на криво, не по резьбе стоит, да? Повалился! Попробуй туда заехать. Что ты, воин? Прикольный звук от поплечки, когда ты несешь. Попробуй вот в эту заехать, здесь проще. Не, я вот тут.
Съезжаю тут. Ты гонишь, я тут за руль стопудово. Да ты на третьей, на второй передаче попробуй. Ты уже мягко падать, это ж песок. Нет. У тебя жопа просто на метр в стороны. Ну я не чувствую этого. Ну вот, посмотришь. Там страх. Ну я с тобой тоже пёрну. Толкай. Пушит, пушит. Нога не достала. Газ, газ-то остался. В этом минус электричек. Что ты забываешь, что тут газ всегда активный. Там проедешь. Где там? Там в том карьере. Ну попробуй здесь тоже, давай. Так, сцепления нет, ё-моё. Тормозов нет. Гораздо легче едет, гораздо. Да. И прям рулится гораздо. И даже на дыбы легче на нем становиться. Едет прям. Только вот я передачу все переключаю. Да, да. Это прям страшная штука. Летел. Я видел, ты просто прокатился. Я чувствовал, что я уже летел. Вот трамплин, вон приземление. Спокойно. Ты... Это потому, что здесь острый угол, а там плавно ты просто выпрыгиваешь аккуратно. Потом так. Это точно. Ты что, ты пролетел метра 3-4, наверное. Ну там приземлился что-то. Я проснял все, наверное. Метров 20 сильно. 18. Не, ну это очень круто. Так выпустить надо. На красненько подержи, чтоб моргал. Да разъеб ты мне, что ли? Я не воняю бензином, на твоем сижу уже прям. Фу, так воняет. Я успел отвернуться, не переживай. Ну...
Красиво ты летел! Ты просто космический летун какой-то. Блядь, это обрыв. А что так мало газа? Ну пересрал, что на дыбы стану. Впервые! Благодарю вас за сотрудничество! Посмотрю, упал, затормозить и все, понесло. Я тоже упал, потому что затормозил. Ну, это прикольно. Да, немощный мотоциклист. Покуль не выкачается, есть и не будет. Ну я в елку въеду. Жан, ты просто... Только веточки раздвигаются, ты исчезаешь. Вот левее на полметра. Все, мое почтение, уважаемый. На него смотришь ты как-то слишком просто. Ты какой-то пиздец. Сам не нравится. Я тоже попрыгал, прыгай.
мостов нету. Я только что передачу переключал. Блин, он вообще едет. Вообще, Руслан, он гораздо легче едет, гораздо. И прям рулится гораздо, и даже на дыбы легче на нем становиться. Едет прям, только вот я передачу все переключаю и тормоз. Да и так поднял. Вот так же будет у меня. Ты дурак? Нет, нет, просто это нажимаешь. Это, да. Ты мне поставь, что там маленький лошадь. Вот, все, маленький этот. Это сколько? Это 5. 5 лошадей? Да. Нет, ты поставь там... Все нормально, не переживай. Трогайся плавненько, подрывает пипец вообще. Он очень плавно трогается. Ты не заедешь сюда? Я в ёлку. Ну. Нахера! Нахера падать под ноги? Благодарю вас за сотрудничество! Два лайка! Серега, давай! Да, блядь, бульдозер нахуй. Попробуй, вон слева. Траектория. Я тебе втыркаюсь, я не знаю. Мне... Так там я заехал, там не надо втыркаться. Я на третий. Слева! Я ударю. Здесь же все плавно. Я надеюсь, вот этот ты снял.
ты можешь объехать лужу. Сейчас все будет шоколад. Сергей, пробуй. Ну все ж пробуй, кто может. Вытекло. Не, не вытекло. Оно тут уже, слушай, 160 часов никто его не ковырял. А, ну да. Там уже, блин, сам умеешь делать это? А? Сам умеешь делать. Ну, задние не проблема, передние буду отдавать. Передние это страшно. Пню, да? Да я теперь пойму, что я не понимаю, что там делать. Задние как бы проще. Ты прикалываешься? Ура! Засчитано! Так вот ты специально его отпускал. Не отпускал его специально, Руслан, но заехал. Даже, я уже там нажимал сцепление, сигнал, что раз весил. Я хуй знаю. В смысле? Ну так ты... Не знаю, я передом припался как... Так нахуя ты передом? Ты должен максимально ставить на курву. Ты должен понимать, что тебе когда уже задний ударишь, ты все равно встанешь. Ты хоть там отрицательный уже будет наклон. Да ну нахуй. Ну серьезно, ты что ты боишься? Да ты не сделаешь там жизни сальто. Ну если ты подъезжаешь такой, да, и такой не-не-не-не-не, и ты назад, да. А если ты хуяришь вперед, у тебя бум, поставят обратно. Чего? Она же распиленная уже становится. Ой, знаю, знаешь, это выглядит, не знаю, я как-то просто въебался, мне это больше не хочется. Там прикол, что ну, я нихуя не этот, а король погнал, блядь. Красный человек.